Всем привет! Я Маргарита Красик, большая любительница готовить и вкусно покушать. Если вы слышите мой голос, а также видите вот все вот это вот, то вы попали на мой канал Магия Майндсет. И в сегодняшнем видео мы будем готовить пиццу из топора. Что? Что? Пицца из топора? Да ладно! На самом деле я хотела сказать, что вы можете использовать те ингредиенты, которые вы нашли в холодильнике, даже если это холодильник студента. Готовится эта пицца очень быстро и может стать отличным завтраком, простым перекусом, ну или просто лишним поводом посмотреть футбол. Для приготовления теста для пиццы нам понадобится 2 столовых ложек муки, 4 столовые ложки сметаны, 2 яйца и 4 столовые ложки майонеза. Для начинки 70 грамм колбасы, я уже нарезала соломкой, тертый сыр, грамм 50, 70 грамм помидорков черри и 60 грамм грибов, шампиньоны. Для начала вбить в небольшую тарелку 2 яйца. Добавить 4 столовые ложки сметаны. Но так как она у меня неожиданно закончилась, я добавлю чуть больше майонеза. На вкусовых свойствах основы для пиццы это никоим образом не отразится. А вот майонеза я добавлю 4,5 ложки. Теперь хорошенько перемешать все смешанные ингредиенты. В глубокую миску добавить 9 столовых ложек муки. Пол чайной ложки соды, погашенной уксусом, и добавить уже ранее полученную жидкую смесь. Тщательно перемешать до образования теста. Оно может получиться более жидкой консистенцией, если использовать большее количество сметаны. Переместить полученное тесто на сковородку. И равномерно распределить по всей сковороде. Поверхность основы для пиццы смазать кетчупом. Добавить колбасу. И выложить помидорки черри. Далее слой шампиньон. И тонкими линиями, на ваше усмотрение, залить майонезом. Посыпать все сверху тертым сыром. Накрыть сковородку крышкой и оставить на среднем огне на 15 минут. Наша пицца готова!
осталось только достать ее из сковородки.